среду в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, 25-27 с плюсом, днем, ночью 18-20 выше 0, ветер северо-западный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани облачно и дождь, днем плюс 25, ночью плюс 19, северо-западный 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно, плюс 26 в дневное время, ночью плюс 19, ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, температура воды в реке Волга 21,8, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.